Arcus Metals позволяет вам создать собственную домашнюю страницу с интересующими вас данными. На главном экране нажмите кнопку Home и выберите из выпадающего меню опции Custom Dashboard 1 или Custom Dashboard 2. В настройках домашней страницы вы всегда можете переименовать ее или выбрать предпочтение по единице измерения или валюте. Для того, чтобы начать редактирование вашей домашней страницы, нажмите кнопку «Add Content». Во вкладке «Price and Data» вы можете добавить цены по интересующим вас видам металлов. Превью вашего виджета будет появляться каждый раз при выборе новой цены. Во вкладке «Exchange Data» вы будете видеть биржевые данные. Вкладка «Currency Feeds» позволяет добавить валютные данные. В разделе «News and Analysis» будут отображаться новости по определенным группам металлов. Выберите из выпадающего меню интересующие вас данные. Не забудьте нажать Save каждый раз, когда вы выберете данные для добавления на домашнюю страницу. Контент домашней страницы не ограничен, и вы можете добавлять столько материала, сколько вам необходимо. Все добавленные окна движущиеся, и вы можете передвигать их и закреплять по всему экрану. Когда вы закончите, не забудьте нажать «Лог» для фиксации информации на вашей домашней странице.